Борис Фимович, 93-й год будет, не будет? Леонтьев вчера кровью грозился в телевизоре, по радио. Знаете, они сами себя называют, они сами себя называют пропагандонами. Это не мое название, на самом деле. Вот, они уже, бедолажки, напугались так. Смотрите, мы люди упорные и настырные, но мирные. Я, кстати, я могу сказать, я знаю всех членов оргкомитета, вот, которые там состояли и будут состоять. Мы сторонники абсолютно конституционных мирных действий. Мы против провокации, против того, чтобы там друг другу бить морды и так далее. У нас уже столько крови пролилось в стране, что этого нельзя делать. А вот, я-то, потом я уже все-таки, знаете, это в детстве я был губернатором, сейчас уж мне 52 года. Все-таки я уже так не в том возрасте, как ты. Вот. Так что у меня никакого желания. Потом, когда огромное количество людей выходит, конечно, мы за них несем ответственность, это ясно. Вот, а они, конечно, провокаторы, в том числе и Леонтьевы, там, Шевченки и так далее. Им чем хуже, тем лучше. Они возмущены тем, что... Кстати, я вам хочу сказать, на Сахарова было огромное количество ОМОНа и полиции, но они, никого их не было на территории митинга. Вот митинг был мирный, это было саморегулирование. Когда появлялись хулиганы или какие-то провокаторы, их просто сам народ останавливал. Ни одного полицейского не было. Когда, например, народ пришел, и надо было рамки отодвигать дальше, ну потому что уже все, уже в рамки народ залезал, они не стали отодвигать рамки. Когда там несколько нацистов устроили провокацию около... Сейчас я включу. Алло, сейчас скажу. Да. А где вы? Где вы? А около оперного? Около оперного? Вот и мой телефон звонит. Подожди, около оперного, да? Да это здесь рядом. Вот оперный. Да. Да я уже знаю. Сейчас мы с народом закончим. Ладно, все, сейчас идем. Мам, ты куда ушла? В телефон говорить. Мама. Кто-то ей звонит. Это моя мама просто. Борис Фимович. Моя мама самый пожилой участник стратегии 31. Это из-за нее я такой. Мам, иди. Сейчас пойдем уже. Борис Фимович, а вот на этом номере... Давайте маму поприветствуем. Это мама совершила глупость, привела меня в политику. Теперь сама не знает, как бы уже это все закончилось. Борис Фимович, вот внутри я скучаю. Слушай, там еще ВКонтакте группа на площади Мини сегодня встречается у елки. И мы так хотим прогуляться до этого. Не, ну пожалуйста, но можно я. У меня маме 83 года, я буду гулять с ней. Да, пусть не совесть иметь. Слушай мою маму. Извините, да, идемте по домам. Ты мне, кстати, об этом ничего не говорил. Я сам узнал. Можно не пойти? Все, тихо, спокойно. А как у вас здоровье-то? Я приеду 13-го, я уже знаю, о чем вопрос. Живая. Да я приезжаю, да, приеду. 13-го. Борис Ефимович, а почему вы не ходите? Они вряды. У меня предложение. А я вам объясню. Хороший вопрос. Две причины. Первое, холодно. Мы смотрели прогноз. Мы не можем народ морозить. Я вам скажу, на Сахарова было минус 5. Люди через 2 часа очень замерзли. Многие просто. Хоть мы там и чай организовали, и там даже горячее там было для детей там питать. Там некоторые с детьми приходили. Вот, первое, холодно. Второе, мы понимаем масштаб организации, особенно шествия в Москве. Можете себе представить, что это такое? Вот, надо организовать все, чтобы, во-первых, было достойно, во-вторых, массово. А в-третьих, все-таки, чтобы не издеваться над народом в празднике. Ну, все-таки салат оливье и шампанское пить будешь, вот и весь народ тоже будет. То, что люди будут про политику говорить в этот Новый год, у меня сомнений нет. Вот. Начнут про детей, а закончится про политику. Но, с другой стороны, вот так, знаете, вот людей все время накручивать, наверчивать, особенно когда такой праздник. Ну, то есть в феврале будем. В феврале будем. Ну, это какое-то общее решение. Вы не подумайте, что это я там сильно навязывал. Я говорил со многими. Меня, кстати, активисты ругают. Говорят, давай на Рождество. Я говорю, ну, давай на Рождество. Ну, что это такое? Ну, неправильно. Короче говоря, решили в феврале. Да ты просто горячий, молодой. Юля, не все, почему не в середине января? Привет. Привет, дорогая. Юля. Привет. Узнал? Да, узнал. А почему не в середине января? Потому что мы не успеем. Не успеем. Борис Ефимович, а вот нет, в Москве, в Нижнем, может, и можно успеть, в Москве ничего мы не можем успеть. Потому что здесь народ как-то постепенно остывает, и такое впечатление, вот что все помню. Забудется вообще-то. Борис Ефимович, нельзя в интернете, у нас ВКонтакте, ну, вы кто угодно из оргкомитета московского, но обращение как, нижегородцы, приходите, уже легче будет людей. Я приеду специально за этим 13-го. Ну, по всем городам. И буду встречаться с активистами. Парфенов, Оренбург.
Я приеду, можно я в Нижний приеду? 13-го? Ну ладно, спасибо. Так, друзья, давайте мы с вами пойдем. С Новым годом! С Новым годом! Спасибо вам большое. Вам большое спасибо. Да, можно я пойду? Да. У меня тут есть хорошо. Что значит нет? Я говорю, я пошел встречать Новый год. А вам здоровья! Привет от Патунца, очень поддерживаем. Спасибо, спасибо. Всегда все эти поздравления. Да, спасибо. Мы 20 месяцев про детей избавились.